Устан тура екі жыл бұрын, 2015 жылғы, 7 желтоқсанда Астана халықаралық қаржы орталығы туралы конституциялық заң қабылданды. Бұл заңға орталықтың алдына мынандай міндеттер қойылды. Бірінші, тартымды орта жасау арқылы Қазақстан Республикасының экономикасы мен қаржы саласына инвестициялар тартуға жәрдемдесу. Екінші, еліміздің бағалы қағаздар нарығын дамыту, оның халықаралық капитал нарықтары мен ықпалдасуын қамтамасыз ету. Үшінші, Қазақстандағы сақтандыру, банктік қызметтер көрсету нарығының және исламдық қаржыландыру нарығының дамыту. Төртінші, халықаралық практикалар негізінде қаржылық және кәсіби қызметтер көрсетуді дамыту. Бесінші, қаржы орталығы ретінде халықаралық деңгейге танылу. Была за это время проделана большая работа администрации МФЦА совместно с правительством, государственными органами, Национальным банком по подготовке необходимой инфраструктуры для того, чтобы с 1 января, когда центр начнет свою деятельность, велась эффективная работа по достижению цели и решению вышеобозначенных задач. Например, создание необходимых условий и бизнес-климата нормативно-правовой инфраструктуры поможет не только в привлечении инвестиций, но и в развитии местного рынка финансовых услуг. Были выделены ключевые направления развития на ближайшие годы. Так, согласно стратегии МФЦА, ключевыми направлениями станут развитие рынка капитала, развитие рынка управления активами, развитие рынка управления благосостоянием частных лиц, развитие исламского финансирования, поддержка развития новых финансовых технологий. Согласно указу, был сформирован Совет по управлению МФЦА под председательством главы государства и с участием ключевых членов государственных органов. Составлен детальный план действий с правительством и Нацбанком, подготовлена подробная дорожная карта ряда проектов, а также позднее создана межведомственная комиссия вашим решением, Бахтжан Дирович. Итогом совместной работы стала полная готовность инфраструктуры МФЦА для начала функционирования с 1 января 2018 года. И я хотел поблагодарить все государственные органы и участников межведомственной комиссии за помощь в завершении подготовительного этапа работы центра. К 2018 году финансовый центр готов к первым транзакциям. Международный финансовый центр «Астана» должен стать центром локальной экспертизы, а публичное размещение акций национальных компаний позволит развить местный рынок капитала, что откроет возможности для продвижения площадки «Астаны» на региональных рынках. Создание гибкого регулирования и экспертизы в новых отраслях, таких как зеленое финансирование, исламские финансы, новые финансовые технологии позволят МФЦА занять нишу на глобальном рынке. В 2018 году мы планируем обеспечение выпуска акций и долговых инструментов. В ближайшем будущем на бирже МФЦА будут запущены новые для рынка Казахстана инструменты. Астана в лице МФЦА станет одним из основных драйверов привлечения инвестиций в страну, а также финансовым агентом для всех компаний и регионов нашей страны. Кроме того, МФЦА станет офисом привлечения инвестиций в регион в рамках развития экономического пояса «Шелкового пути». В июле 2018 года планируется проведение официальной международной церемонии открытия МФЦА. Каковы ключевые результаты подготовительной работы? Первое. В рамках инициативы главы государства и программы «100 конкретных шагов навстречу 5 институциональным реформам» принята в марте текущего года поправка Конституции. Она закрепила конституционные основы особого правового режима МФЦА, что ускорило становление его судебного и арбитражного компонентов. В целях обеспечения высокого доверия потенциальных участников был создан правовой консультативный совет, состоящий из авторитетных международных экспертов в области финансовых услуг, международного права, арбитража и медиации. Создан независимый суд МФЦА и Международный арбитражный центр. Был изучен опыт ведущих глобальных финансовых центров, успешный опыт Гонконга, Сингапура, Дубая и других. При поддержке международных партнеров, арбитражного центра Дубайского международного финансового центра и лучших экспертов Великобритании, включая бывшего главу судью Англии Уэльса, разработана нормативно-правовая база МФЦА, которая вступит в силу с 1 января 2018 года и завтра ожидается присяга судей Международного финансового центра. Должен отметить, что эту работу мы делали в плотном контакте с Верховным судом, Генеральной прокуратурой и Министерством юстиции, особенно в рамках вопроса по будущему исполнению соответствующих решений судов, а также с Ассоциацией Атамикен по вопросам взаимодействия в рамках работы, будущей работы Международного арбитражного центра. Второе. Для обеспечения финансовой стабильности и прозрачности совместно с правительством создан комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг с функциями выпуска регулятивных актов, регистрации, лицензирования, надзора и контроля участников и обращения ценных бумаг. Разработаны основные положения финансового законодательства МФЦА. Уже несколько месяцев функционирует совет директоров, в который вошли ведущие мировые эксперты, в том числе работавшие в США, Великобритании, Австралии и Дубае.
Вместе с Министерством юстиции был утвержден порядок создания и регистрации юридических лиц участников МФЦА, проведена интеграция с Национальным реестром идентификационных номеров. Резиденты получают специально выделенные бины, внедряются информационные системы хранения и обработки данных участников МФЦА. Третье. Создается экспат-центр, работа которого упростит привлечение международных экспертов для работы в Астане, начиная с получения визы и прочих консультационных услуг. Здесь я хотел бы поблагодарить наших коллег из Министерства иностранных дел и Министерства внутренних дел, которые помогают создавать этот центр. Четвертое. Отдельно уже в течение полугода ведется работа по подготовке профессионалов финансового сектора. Бюро непрерывного профессионального развития МФЦА ведет работу по подготовке к сдаче сертификационных экзаменов, готовится электронная база данных казахстанских профессионалов. Работа осуществляется в сотрудничестве с рядом казахстанских вузов, международных сертификационных программ и образовательных онлайн-площадок. Пятое. Завершена работа по созданию высокотехнологичной биржи МФЦА. Разработаны правила совместно с Европейским банком реконструкции и развития для профессиональных участников рынка капитала на бирже МФЦА, отвечающие международным стандартам. Уже проведены последние тесты программного обеспечения, и биржа зарегистрирована как участник МФЦА. Ранее Международным управляющим комитетом, состоявшим из мировых экспертов в сфере биржевой деятельности, были определены наиболее подходящие стратегические партнеры из числа глобальных лидеров данной индустрии. Партнерами администрации МФЦА стали Шанхайская фондовая биржа и американская NASDAQ, внедрившая наиболее используемую торговую в мире платформу. Заключено акционерное соглашение, согласно которому Шанхайская биржа станет акционером новой биржи, что открывает доступ к инвестиционной ликвидности азиатских рынков. Кроме того, NASDAQ и ряд других крупных международных финансовых институтов рассматривают возможность вхождения капитал биржи, о чем мы в самое ближайшее время сообщим. Кроме этого, и Бахриджан Абдирович, мы планируем в рамках завтрашней инвестиционной конференции вашу встречу с представителями NASDAQ и Шанхайской фондовой биржи. Кроме того, ведется работа по изучению так называемого ответственного финансирования и инвестирования, ведется подготовительная работа по выпуску государственных исламских ценных бумаг. Также при поддержке Европейского банка реконструкции и развития была разработана концепция развития зеленой финансовой системы, которую мы хотели вам отдельно в начале года доложить. Планируется, что на бирже МФЦА будут также выпускаться зеленые облигации. В целях развития фондового рынка Казахстана, листинга и IPO, в первую очередь компании «Самрук Казына», планируется осуществлять на площадке МФЦА. Также для развития фондового рынка предлагается совместно с госорганами возобновить работу по инициированию выпуска инфраструктурных облигаций на бирже МФЦА. И биржа готова проводить торги уже с первых дней функционирования Международного финансового центра, то есть с Нового года. Шестое. Ведется работа с иностранными и местными компаниями по управлению активами и благосостоянием частных лиц. Развитие данных рынков зависит от присутствия на площадке МФЦА первоклассных управляющих компаний. В этих целях на системной основе налажен информационный обмен с лидерами этой индустрии, и на этапе формирования своих финансовых центров и Сингапур, и Малайзия в целях развития рынка управления активами и привлечения первоклассных международных управляющих компаний предоставляли под управление средства суверенных фондов. Многие управляющие компании, с которыми были проведены переговоры, выразили готовность локализации на площадке МФЦА при наличии мандатов на управление активами суверенных фондов. В этой связи мы предлагаем обновить существующие правила внешних управляющих с теми же критериями надежности и доходности. Уважаемый Бахриджан Абдирович, по этому поводу мы хотели бы отдельно собраться под вашим руководством совместно с Национальным банком. Седьмое. Также разработаны рекомендации по внедрению инвестиционного резидентства для участников МФЦА, что заметно повысит привлекательность Астаны в глазах иностранных инвесторов и участников финансового рынка. Требуется содействие по согласованию программы, а также концепции предлагаемых механизмов и изменений в текущие нормативно-правовые акты со стороны государственных органов. Мы эту работу планируем начать вот уже в начале следующего года. Как для функционирования МФЦА, так и для интеграции рынка Казахстана в международные рынки и облегчения доступа иностранных инвесторов к экономике Казахстана, необходимо обеспечить авиасообщение с крупнейшими мировыми финансовыми центрами, в том числе с использованием принципов открытого неба. Была разработана, но пока не утверждена дорожная соответствующая карта правительством. Считаем важным обеспечить авиасообщение с рядом городов уже в самое ближайшее время. Здесь большую работу очень проводит Министерство инвестиций и развития совместно с компанией «Эйр Астана», но мы хотели бы, чтобы также
дополнительные были включены соответствующие финансовые центры. Девятое. Для обеспечения МФЦА новой и современной инфраструктуры планируется использование павильонов С3 и С4 комплекса Экспо, которые будут сданы в эксплуатацию в течение следующего года. Необходимо содействие правительства в решении всех вот обозначенных вопросов. Они все отражены в дорожной карте по реализации плана совместных действий, утвержденной постановлением правительства. В случае вашего одобрения считаем возможным поручить соответствующим госорганам совместно с МФЦА проработать озвученные вопросы в установленные сроки.